Продолжаем проходить Alien Resurrection, Чужое воскрешение. У нас получается сейчас, видимо, второй эпизод, да? Мы играем за Кол. Я не помню, как ее зовут. Как можно видеть наши... Кол, это женщина, между тем, имеется вот этот сканер, какой там биосканер или сканер на движение. Точно же и не помню. Так, патроны, шотган, это хорошо. Так, у нас пока только пистолет, да? Задача это, как мы узнали из предыдущей части, из предыдущей серии, что значит одна из спасательных капсул, в общем, у одной из спасательных капсул перегревается двигатель, и это все чревато тем, что она просто взорвется, и эту капсулу нужно срочно нам скинуть, чтобы она нам раньше времени не разнесла корабль. Так, ну ладно, здесь нам больше делать нечего, выдвигаемся. Вообще сейчас будет поначалу очень большая у нас проблема с патронами. С патронами здесь явно голяк. Понятные, блин. Вообще я предлагаю вернуться, у нас там была еще одна взрывающаяся коробка или что-то, контейнер. Надо бы туда сползать. Еще повыше. Энергобойма для лазера. Но лазер мы еще пока не скоро добудем. Ну, это уже хорошо. Так, нам, по-моему, еще ниже, да? Да, нам еще ниже. Значит, нам сюда. Выйти мы здесь не можем. Нам заварили дверь. Вообще я немножко пролистал сюжет, именно фильма, поскольку данная игра, в принципе, сделана по сюжету четвертой части Чужих. Кайл, это у нас вообще она, эта женщина, это пиратка, то есть она вместе с пиратами они, ну короче, там по сюжету, кто не в курсе.
курсе, значит, по сюжету там пираты захватили, ну, привезли, вернее, груз на этот военно-исследовательский корабль. Что такие тормоза-то, твою мать? Вот, и, в общем, все кончилось тем, что они просто захватили, по-моему, этот корабль. И среди пиратов была вот эта самая женщина Кол, которая себе поставила задачу. Которая себе поставила задачу, значит, убить Рипли. Значит, пока в ней находится. Зародыш. Это скотина какая. Вот так тебе, тварь. Ну ладно. Зато сэкономили патроны на дробовик. Так, на чем там я остановился, значит? Ну что это Кол, короче, вот это вот она. Это выбить, значит, Рипли. Но когда она уже ее нашла, она увидела, что из Рипли уже вытащили эмбрион, и поэтому смысла от этого делать уже и не было. Так. Нам вообще туда получается. Тормаживаешь что? Сохранка у нас еще не скоро. А я уже вдоль сдохнуть. Вообще здесь я могу часто сдохнуть. Уже начинаются такие сложности здесь. На самом деле патрон здесь в обрез просто. Здесь нельзя, блин, косячить. Что открылось. Так, подождите, мне не сюда пока. Мне, во-первых, сюда. Так, и у нас где-то, по-моему, с этой стороны, да. Ах ты, блин. Аптечка должна была быть. О, я ее взял. Так, мне нужна аптечка. Блин. В общем, без толку сходил фактически. Упал, блин, и в итоге то, что получил, то и потратил. Силовое поле, силовое поле, энергию, в общем. Ну, одно хорошо.
хорошо, это нам не так уж далеко идти. Да какого черта ты падаешь, блин? Это же наш кол. А, кол. У нас кол еще. Господи. Это за высокое создание. Сейчас наверняка. Энергия перенаправлена, отлично. Дали себе пароход. Блин, патронов мало, конечно. Какого хрен такой живучий? Пробовал, в принципе, здесь лазер, то есть я видел его. Он пожирает эти батареи, как слон арахис. Так, нам же сюда, да? Да, нам походу его сюда. Пойти мы сейчас сходим вот туда. А что это так тормозишь? Давай, бери, бери. Потом вот местами как-то подтормаживают. Квадратные, их можно взрывать из дробовика. Так, сохраняемся. Идем дальше. Аптечку могли бы что-нибудь и положить. Сейчас будет довольно-таки сложное место. Да. Сейчас будет сложное место и нежелательно. Your attention, please. Security breach. Medlab 15.
этой коробке у нас, кстати, находится... О, пазар. Так, берем сейчас пистолет. Сейчас мне желательно вынести этого чужого именно с пистолетом. Стоит тоже сделать одно действие. Нам вообще в эту сторону, но пройти мы туда пока не в состоянии. У нас здесь такая вот хрень, которая нам нужна. Погасить каким-то образом. Так, мне нужен дробовичок. Пистолет. И ни хера здесь нет. Вот этот вентиль, он у нас как раз таки. Сейчас тоже будет засада, поэтому сразу приготавливаемся. Теперь можем уже двигаться туда. Что у нас тут? О, тоже для лазера, хорошо. Лазер вообще, конечно, эффективный против этих чужих. Возьмем пока лазер, у нас вот 200. Так, нам сюда. Он там стоял, на что рассчитывал? Здесь такая же херня, что и выше. Нам надо в ту сторону идти.
наверх нам смысла особо выйти нету, там закрыто все. Там у нас, я не помню, что. А тут у нас что? То есть нам идти надо в эту сторону. У нас здесь вентиль. Блин, надо что-то, конечно, сделать. Может, это невозможно. Уж совсем пару здесь подтормаживать жестко. Так, нам надо вернуться сейчас. Тоже там грохота из-за того еще из этих торможений, блин, надо что-то сделать срочно. Power flow to reactor 3 reduced. Да. Ну да. Все так оно и было. Power flow to all reactors reduced. Access granted. Engineering deck 2. Все, и теперь мы можем, в принципе, возвращаться в то помещение, в котором мы ранее отрубали вот этот весь, что там, газ или что там. Блин, нам, ну что за срань? У меня больше нет аптечек. Не, у меня еще есть. Прямо. Прямо. Так, и теперь в ту дверь красоты, которая... Я говорю, что нам туда смысла тогда не было идти. Давай. Run!
очень и очень хорошо, я считаю. Соберем все барахло. Сохранимся. Ну, продвигаемся мы, в общем, к спасательным капсулам. Одну из которых нам нужно сбросить. Так. Вот так сделаем, наверное. Капсула, которой уже нету. Что здесь должен быть? Патроны, блин, кончаются. Так я не помню, где она вот у нас вот здесь находится, что ли? Да, вот здесь она есть. Уже установлены, но мы их вытащить не можем. Уже тоже. Видимо, кто-то уже улетел. Так, того у нас две уже.
У нас третья. А вот и фейсхагер. Я не помню, откуда он здесь сейчас пойдет. Вот урод-то, блин. Все, у нас же их три, да, уже? Последний, в принципе, я знаю, где находится. Какой он нам необходим? Все закрыто, тут у нас тоже, в принципе, все закрыто. А это, наверное, мы окажемся. Ну да. Теперь все понятно. В общем, нам прямо сейчас. Будет ли еще один? Так, идем.
после капсулы. Теперь можем выдвигаться. Это дверь, которая у нас была закрыта до этого. Это у нас вот эта дверь.